Итак, мы с вами делаем первый день из нашего курса «Решейпинг лица за 10 дней». И уже без объяснений мы просто-напросто сразу приступаем к выполнению наших упражнений. Начинаем мы с первого упражнения. Статично удерживаем бутылку. Ну, давайте сегодня ее удержим в течение 30 секунд. Делаем. Достаточно. Следующее упражнение мы будем делать для проработки нашего лба. То есть делаем один подход с наложением двух пальцев. И следующее упражнение мы делаем с вами по два подхода. Один подход из 10 упражнений. Выполняем. Достаточно. Напоминаю, что бутылку мы удерживаем одними губами. Теперь это же упражнение поднимаем нашу бровь. Мы делаем с полной фиксацией лба, как я говорила в предыдущем ролике. Если вы чувствуете напряжение мышц своего лица, обязательно расслабляйте. Или же делаем еще один подход. И достаточно. Следующее упражнение мы с вами будем делать, сводить брови к переносице, супица, но при полной фиксации лба. То же самое делаем. Два подхода по 10 упражнений. Делаем. Достаточно. И делаем еще один подход. Достаточно.
Следующее упражнение, которое мы с вами делаем, это будем удивляться. При полной фиксации лба мы с вами не только поднимаем бровь, да, но еще сильно напрягаем круговую мышцу глаза. То есть делаем удивление. Приступаем. И делаем еще один последний подход. И достаточно. Теперь мы с вами делаем упражнение для глаз. Мы с вами сделаем два подхода на прищуривание с фиксацией и сделаем два подхода на расслабление круговой мышцы наших глаз. Делаем. И достаточно. Если есть напряжение в глазах или ощущение песка, опускаем взгляд и чуть-чуть поморгаем. И делаем еще один подход. Достаточно. Поморгали глазами. И сейчас мы с вами сделаем упражнение на расслабление. Два подхода. Первое упражнение. Удерживая бутылку, мы с вами закроем глаза наши и будем представлять циферблат. Сделаем 5 проходов медленно по часовой стрелке справа налево. То есть у вас сейчас отзеркаливает. Да? Фиксируйте взгляд на цифре 12, 3, 6, 9. Делаем 5 подходов по часовой. И в обратную сторону, против часовой. 12, 9, 6, 3. Делаем это упражнение. И достаточно. И еще одно упражнение на расслабление круговой мышцы глаза. Мы с вами сейчас будем представлять квадрат. И взглядом
от верхнего левого угла, как бы рисуем букву Z, да, английскую. Делаем 5 проходов с верхнего левого угла и потом с нижнего правого в противоположную сторону. То есть то же самое делаем, все закрытыми глазами. Выполняем. И достаточно. Мы с вами не только будем разглаживать морщинки в области наших глаз, но еще немножечко подкорректируем наше зрение. Следующее упражнение мы с вами будем делать для овала лица, для решения проблем в носогубной складке. Итак, первое упражнение, которое мы с вами будем делать, это, удерживая бутылку, отводить ее вправо, зафиксировали, вернулись в исходное, зафиксировали влево. Итак, мы сделаем 2 подхода. По итогу у нас будет 5 отведений в одну сторону, 5 отведений в другую сторону. Делаем. Достаточно. Если чувствуете напряжение, обязательно расслабляйте. Делаем еще один подход. И достаточно. Больше нет смысла. Вы видите, да, по мере того, как у вас напрягаются мышцы, появляется мышечная усталость, а амплитуда уже немножечко меняется. Следующее упражнение, которое мы с вами сделаем, это мы будем с вами поднимать бутылку вверх-вниз по возможности. Амплитуда, конечно, уже будет не такая. Делаем 2 подхода. Достаточно. И делаем еще один подход. Напомню, что здесь никаких уже фиксаций нет. Да, просто вверх-вниз, вверх-вниз делаем. Достаточно. Теперь мы с вами сделаем упражнение такое. Мы, удерживая бутылку губами, будем с вами улыбаться. Напомню, что у кого улыбаются и глаза в процессе включаются, и здесь происходят
заламывание нашей кожи, сразу уже при начале упражнения накладывают пальчики по орбите, да, вот фиксируют круговую мышцу глаза, но при этом еще являются как тренажеры для скуловой мышцы. То есть делаем сразу с фиксацией один подход из 10 улыбаний. Достаточно. Делаем еще один подход. Только теперь мы пальчик немножечко под углом накладываем именно на скуловую мышцу, да, чтобы проработать скуловую мышцу. То есть, смотрите, другой уровень фиксации. Делаем. Достаточно. И сейчас девушки с разным типом лица будут делать разные упражнения. Те, кому важно прокачать скулы, у кого очень худенькое лицо, впавшие щеки, делают еще один вариант улыбания. Да, вот, точнее, еще один подход улыбания. Девушки, как я, круглолицые, кому нужно втянуть щеки и сделать из круглого лица более овально, мы с вами что будем делать? Мы с вами, удерживая бутылку, будем втягивать щеки. Эквивалент. Да? Но чтобы у нас не было никаких морщин, заломов. Итак, делаем еще раз, напомню. Девочки худенькие, с худенькими лицами, у которых впавшие щеки, улыбаются, сокращают, наоборот, скуловую мышцу. Мы же, девочки с вами, которые более круглолицые, втягиваем щеки в себя. Достаточно. И делаем еще один подход. То есть, опять-таки, наши худенькие девочки качают себе скулы, девочки круглолицые делают щеки впавшими. И достаточно. Следующее упражнение мы с вами сделаем без бутылки. Мы с вами сейчас будем приподнимать уголок губы кверху. То есть мы с вами будем отводить уголок губы к мочке уха, но при этом фиксируем свою кожу и мышцы щечные пальцами своими. Делаем. То есть я все объясняла в предыдущем ролике. Делаем два подхода. 10 упражнений, 10 отведений в одну сторону, потом 10 в другую. И еще раз делаем по одному подходу.
И это же упражнение мы с вами делаем с бутылкой. То есть первый подход мы с вами сделаем 10 отведений уголка губы к мочке уха в одну сторону. Второй подход, то есть я уже не буду вытаскивать бутылку, мы сделаем 10 отведений другого уголка губ к мочке уха. И так делаем. И достаточно. Это упражнение очень легко перепутать просто с отведением бутылки, как мы делали, да? Поэтому мы с вами предварительно делали с зажимом из руки, чтобы можно было вот четко зафиксировать, как должна работать мышца. И следующее упражнение, которое мы с вами сделаем, мы будем выталкивать бутылку своими губами. То есть как бы от себя выталкивать бутылку, но при этом ее не выплевывать, а удерживать. Делаем два подхода. Достаточно, то есть у вас должны напрягаться губы, они как бы выталкивают. В данном упражнении не помогайте себе языком, пытайтесь скоординировать работу мысли так, как будто бы вы бутылку губами выталкиваете. Это очень хорошее упражнение для проработки и носогубной морщины, и морщин в области рта. То есть вы видите, как губы буквально начинают наливаться у вас, увеличиваться. Делаем еще одно упражнение. И достаточно. А следующий подход мы с вами сделаем, удерживая бутылку, мы будем давить языком на крышечку, как бы языком пытаясь ее вытолкнуть, но при этом бутылку не выплевываем, а удерживаем губами. Делаем один подход. И достаточно. Я вам показала, где идет напряжение, да, особенно в этой зоне у уголков губ. И сделаем еще два подхода одного упражнения. Мы с вами будем скалиться или поднимать верхнюю губу. То есть открывать верхний ряд зубов. Но лучше, конечно, скалиться. Тогда сильнее происходит, и мы еще с вами корректируем морщины в области нашего носика. Если вы скалитесь с глазами, накладываете свои пальчики, да, по нижней орбите фактически, и не даете здесь заламываться морщинам. То есть одно дело вы скалитесь без бутылки, другое дело вы скалитесь с бутылкой. Делаем два подхода по 10 упражнений. Достаточно, то есть у вас должно быть ощущение прямо вот здесь, как будто бы вас закладывает нос. Даже вот такие ощущения должны быть. Делаем еще один подход.
И теперь у кого морщины возле носика, что вы будете делать? Удерживая бутылку, вы будете стараться раздвигать крылья носа. Насколько это у вас получается возможно. Тех, у кого морщин в этой зоне нет, делаем еще один подход оскаливания. Давайте я попытаюсь, да, показать, вот, раздвигать ноздри. То есть приближусь. Насколько получается, да? А вы делаете еще один подход оскаливания. И достаточно. Это однозначно сложно делать, когда у вас бутылка, но вы заставляете себя силой мысли. Дело в том, что одна и та же мышца у нас отвечает за поднятие уголка губы, да, и за раздвигание, за отодвигание ноздрей. Поэтому мы очень хорошо тренируем эту мышцу, убираем морщины вот в этой зоне. Ну а следующее упражнение мы с вами сделаем для области второго подбородка и для шеи. Первое упражнение, два подхода мы с вами сделаем, наше упражнение «ы», да, вот которое, ну сейчас я не буду показывать его, чтобы не было морщин заломов. Напомню, да, что мы с вами удерживаем бутылку, в начале груди фиксируем платизму нашу и делаем наше упражнение «ы». Делаем два подхода по 10 упражнений. И еще один подход. И достаточно. Бутылку уже можно отложить. Потому что завершать мы будем упражнениями из гимнастики для лица, из курса Reshaping 21 день. Следующее упражнение, которое мы с вами будем делать, снова-таки фиксируем платизму на груди и выводим наш подбородок. Делаем два подхода. Делаем. Достаточно, если чувствуете напряжение в области шеи, немножечко покачайте головой. И делаем еще один подход. Напомню, что руки у вас не двигаются, они четко фиксируют нашу платизму. Делаем. И достаточно. И делаем два подхода с вами упражнений. То есть мы выводим подбородок уже вправо-влево. То есть делаем один подход вправо-влево, вправо-влево, по итогу 10 и еще потом один подход. Делаем.
Достаточно. Здесь уже просто растягиваются боковые поверхности. Такого натяжения, когда мы с вами делали вперед, да, такого нет. Но мы с вами прорабатываем вот эти зоны. И делаем еще один подход. И достаточно. Немножечко сбила счета, но думаю, на сегодня достаточно. Встречаемся с вами завтра.